Жизнь в мегаполисе яркая и насыщенная, но многие горожане предпочитают уезжать подальше от пыли и шума на природу. Тем более, что стать владельцем загородного коттеджа уже не роскошь, а реальная возможность. Главное не растеряться в большом количестве предложений. По каким критериям ориентироваться, расскажем на примере одного из новых коттеджных поселков. Первое, на что обращаем внимание – участок. И не только на тот, который будет принадлежать лично вам. Важно вообще, в каком местечке жить. Лесной массив, искусственные водоемы, достаточная удаленность от трассы, чтобы и шумно не было, и воздух был чистый. Но при этом и далеко от магистрали жить – неудачная идея. Этот будущий населенный пункт – один из немногих, где все это удается умело совместить. Второй критерий – удаленность от Екатеринбурга. Данный коттеджный поселок находится в 40 километрах. Дорога до города занимает всего 30 минут. Быстрее, чем добираться в один из районов города по пробкам. Критерий третий – инфраструктура. Когда начинается строительство, к домам должен быть подведен природный газ, электричество, канализация и водоснабжение. Хорошо, если территория поселка охраняется. В коттеджном поселке планируется торгово-развлекательный комплекс, 4 водоема искусственных. 2 водоема будут, это зоны отдыха, 1 водоем планируется с запуском рыбы, чтобы рыбаки могли насладиться рыбалкой своей. Также будут детские площадки, корт будет создан, здесь собственникам выделены уже участки, где это будет все сделано. Мини-рынок будет создан также для строительных материалов, то, что не надо будет никуда-то ездить, все. По минимуму можно будет в этом поселке приобрести. Еще важные критерии – возможность выбрать строительный материал, внешний вид будущего дома и сроки, в которые он должен быть возведен. В данном случае хозяин вправе все выбирать сам. Участки продаются без подряда. Однако будущий домовладелец может выбрать из типовых проектов и согласовать индивидуальный. Строительство происходит, исходя из финансовых возможностей владельца дома. Можно просто приобрести землю и строить жилье постепенно. Никто торопить не будет. А когда коттедж будет построен, останется только жить и радоваться жизни, наслаждаясь красивым пейзажем и чистым воздухом. Коттеджный поселок Залесье. Все для комфортной загородной жизни. В продаже предлагаются 117 земельных участков площадью от 10 до 30 соток. Цена 40 тысяч рублей за сотку. Возможна оплата в рассрочку. На ваши вопросы с радостью ответят специалисты по телефонам 219-2-219 и 269-2-269. Или приходите по адресу проспект Ленина, 50Л, офис 204. Сайт www.za-les.ru. Все начинается с выбора материала для строительства дома. И прежде чем окончательно определиться, нужно изучить все характеристики. Сегодня обратим свое внимание на строительный материал нового поколения – полистирол-бетон. В раствор из цемента, смолы и воды добавляют гранулы полистирола. Затем раствор разливают в формы несколько часов, и уникальный строительный материал готов. Из полистирол-бетона можно возводить как малоэтажные дома, промышленные объекты, хозяйственные постройки, так и многоэтажные сооружения. Полистирол-бетон является несущим материалом и утеплителем одновременно. Что существенно позволяет экономить при строительстве. Он прочный, но при этом легко пилится простой ножовкой. Ему не страшен многотонный КАМАЗ и газовая горелка. Кстати, пожаробезопасность – отличительное качество полистирол-бетона. Высокий класс огнестойкости Г1 делает его привлекательным для жилищного строительства. Кроме перечисленного, морозоустойчивость, паропроницаемость и звукоизоляция. Новинка из полистирол-бетона, которая обладает всеми перечисленными преимуществами – перемычки для перекрытия дверных и оконных проемов. Это армированная конструкция рифленой формы, залитая полистирольной крошкой с цементом и смолой. Легко, удобно, эстетично. Еще один этап строительства, где без полистирол-бетона не обойтись – заливка пола. Кроме блоков готовых, значит, мы еще изготавливаем и жидкий полистирол-бетон. Приводим мы его в мешках, что очень удобно, в принципе. То есть мешки не тяжелые, там по 10-12 килограмм. Жизнь этого раствора где-то 3-4 часа. Этого достаточно, чтобы привести на объект и залить. Полы залить, полы и потолки. Быстро, качественно, экономично. Вот слова, характеризующие процесс строительства из полистирол-бетона. Легкость самого материала исключает дополнительные затраты на технику. Сам материал за счет своих характеристик позволяет существенно сэкономить на строительстве. Компания «Пластблок» – это сертифицированная продукция из полистирол-бетона. Мы работаем для жителей Екатеринбурга и России с 1996 года и гордимся своей продукцией. Оптовая поставка строительных материалов – большой спектр услуг. Звоните 268-11-66, сайт www.plastblok.ru.
Смотрите далее в программе «Полезные метры». Экологичный, компактный, выгодный. А ноу-хау уральских ученых расскажем в рубрике «Технопрогресс». Какой должна быть правильная баня и что такое легкий пар? Узнаем. Мозаичные панно в интерьере изысканно и практично. Еще 20 лет назад уральские специалисты поставили перед собой непростую задачу – создать новую, экономически выгодную и востребованную систему электрообогрева. Благодаря кропотливой, подчас неблагодарной, но настолько важной для человечества работе, в 21 веке мы можем гордиться инновационной разработкой специалистов. Плинтусный электроконвектор – новый, достаточно компактный, экологичный нагревательный прибор, который удачно дополняет существующие системы отопления. Такой прибор мы создали для электроотопления коттеджей. И если мы на 30% не возьмем избыток тепла от теплоцентрали, нам не понадобится пользоваться форточками, нам просто чуть-чуть не хватит тепла в разных комнатах по-разному. Угловых больше, на южной стороне меньше. И вот этот недостаток тепла в 2, 3, 5, 7 градусов легко компенсировать маломощным электрическим плинтусным конвектором с хорошим терморегулятором. У электрического отопления есть ряд несомненных преимуществ по сравнению с другими технологиями. Среди них далеко не последнее место занимает удобство монтажа и эксплуатации. К примеру, кабельные системы «Теплый пол» монтируются достаточно быстро и легко. Их работа управляется электронными терморегуляторами. Нагреватели могут использоваться в качестве единственного вида отопления в помещении или для дополнительного комфортного подогрева. К тому же настроить нужную температуру не составит проблем. Да и экономия на электричестве довольно значительная. Еще одна новинка – система кабельного подогрева грунта в теплице. Благодаря ей можно высаживать рассаду в более ранний период, проращивать семена, при этом сохраняя рассаду от заморозков в любое время года. Монтаж довольно прост. Нагревательный кабель укладывается под небольшой слой грунта. Регулятор температуры устанавливается непосредственно в теплице на ее жестких конструкциях. Хороший урожай обеспечен. Специалисты-новаторы – будущее России. И именно новейшие системы разработки призваны продвинуть вперед экономику. Поэтому так важно, чтобы работа в области энергосберегающих технологий велась постоянно. Ведь даже не вдаваясь в технические тонкости, любой человек может испытать удобство и почувствовать экономию при использовании передовых электрических нагревательных систем. Компания «Терм» успешно работает на рынке электроотопления с 1992 года. Проектный отдел, собственное производство нестандартного оборудования, аккредитованная измерительная лаборатория, электромонтажное подразделение, сервисный центр, а также сеть из 5 фирменных магазинов позволяет выполнять задачи любой сложности. Компания «Терм» 20-й год с вами. Адрес: Бульвар Культуры, 23, телефон 33 66 166. Известный афоризм гласит: «Баня – купель здоровья». С этим невозможно не согласиться. Вот только правильная баня может быть полезной для души и тела. Хорошая печь – вот то, без чего не обойдется ни одно банное помещение. И здесь необходимо учитывать несколько важных моментов. Нужно учитывать необходимость в эстетике, будь это печь с обычной глухой дверцей или с красивым светопрозрачным экраном и эффектом камина в зоне отдыха. Ну и, конечно же, желаемый результат. Потому что все банные печи создают абсолютно разный микроклимат в парильном помещении. Как подобрать мощность банной печи Каменки? Мощность печи определяется в зависимости от объема парильного помещения. Запас мощности должен составлять 25-30% от изначального расчета. Из чего складывается стоимость банной печи? Площадь поверхности нагрева наряду с жаростойкой сталью – главный ценовой параметр любой печи. Чем больше поверхности, тем печь дороже. Оцените площадь поверхности нагрева и отдайте предпочтение той печи, у которой их больше. Интересная модель – вот такая печь. Благодаря особому строению всю работу по подготовке легкого пара Каменка берет на себя. Остается только наслаждаться удачным выбором. Данная модель печи сочетает в себе элементы как русской бани, так и финской сауны. Конструкция печи устроена так, что у нее присутствуют две каменки. Пар проходит через закрытую часть камней, потом через открытую. И в итоге, в результате мы получаем идеальный пар, мелкодисперсный, такой, какой он должен быть в идеале. Полезная информация от специалистов. Для получения идеально легкого пара необходимо, чтобы температура камней достигала отметки 350-450 градусов. Камни до данной температуры можно разогреть только в закрытой каменке. А в доме можно установить вот такую печь-камин. Тепло домашнего очага и искрящееся пламя огня создадут уютную атмосферу и подарят незабываемые мгновения для всей семьи.
Печной супермаркет «Термофор» предлагает огромный выбор печей для дома и бани. Звоните по телефону 378-28-25 или приходите по адресу улица 8 марта, 185-5, перекресток улиц 8 марта и Шварца. Сайт www.agsk.ru. Смотрите далее в программе «Полезные метры». Мозаичные панно в интерьере изысканно и практично. Родина мозаики – Месопотамия. В далекие времена этот отделочный материал использовали для дворцов и храмов. Сейчас мозаика применяется не только в общественных помещениях, но и в частных интерьерах. Многие любят этот материал за индивидуальность. Богатая цветовая палитра с добавлением авантюрина, золотой фольги или, к примеру, прозрачная мозаика на цветной подложке дарят неповторимое эстетическое наслаждение. Мозаика бывает разная. Бывает каменная, мраморная, бывает из натурального камня, бывает камень состаренный. Бывает гранит, бывает стекло с камнем. В большей части почему-то тенденция, люди стараются выбирать камень со стеклом. Вот. Также мозаику используют на фартуке. Благодаря особой прочности и водонепроницаемости этот материал просто незаменим при отделке ванной комнаты либо бассейна. А такие свойства мозаики, как тепло- и морозостойкость, позволяют облицовывать любое здание снаружи. В любом случае, она будет служить верой и правдой долгие годы. Срок службы материала зависит от того, как уложена мозаика и какие клей и затирка использованы, имеют значение и условия эксплуатации. Очень важно заказать материал с таким расчетом, чтобы его полностью хватило для облицовки поверхности, но при этом остался ремонтный запас 1-2% на случай дальнейшей реконструкции. Правильно рассчитать количество матриц помогут специалисты. Kiwi Group – одна из ведущих компаний в Екатеринбурге по поставке стеклянной мозаики. В ее ассортименте более 3000 наименований. Также для вас огромный выбор стеклоблоков различных фабрик-производителей России, Италии и Чехии. Уникальное предложение – жидкий пол. Телефон компании Kiwi Group – 207-33-66. Адрес – улица Гурзовская, 44. Торговый центр – Красный дом, первый этаж. За интернет благодарим компанию «Кабинет». Нужен новый телевизор. Нужно новое телевидение. Твое ТВ. Лучшие телеканалы в HD-качестве. По доступной цене. Потому и подключили.